Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Алексей Горбачев. Сегодня 896-й день войны, среда, 7 августа. Бои в Курской области России. Что известно на данный момент? Телеграм-каналы сообщают, что десятки российских военных взяты в плен на границе с Украиной. Нигер вслед за Мали прервал дипломатические отношения с Киевом. Бывший политзаключенный Андрей Пивоваров призвал расследовать военные преступления России против Украины и ответил на звучащую в свой адрес критику. Теперь во всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. В Курской области России, судя по данным Минобороны РФ, подтверждающимися данными в пророссийских телеграм-каналах, уже более суток идут бои с силами ВСУ. Речь идет о территории Курской области, граничащей с Сумской областью Украины. Официальных комментариев с украинской стороны на этот счет не поступало. В Госдепартаменте заявили, что США находятся в контакте с Украиной по поводу военных действий в Курской области. При этом в ведомстве уточнили, что Украина не уведомляла США заранее о намерении провести подобную операцию. В Белом доме ранее заявили, что запросят у Киева информацию относительно наступления, чтобы лучше понимать ситуацию. По версии российских провоенных телеграм-каналов, несколько сотен военнослужащих ВСУ с тяжелой техникой зашли на территорию региона и заняли несколько населенных пунктов. Генштаб России утверждает, что наступление Украины остановлено. Президент России Путин собирал специально совещание по ситуации в Курской области. Это данные на момент записи этого подкаста. Я сразу оговорюсь, что мы не можем верифицировать никакие данные, поступающие от воюющих сторон. Как пишет в настоящее время, со ссылкой на данные провоенных Z-пабликов, на северо-западе Курской области украинские военные продвинулись на глубину более 3 километров и якобы захватили газоизмерительную станцию Суджа, по которой идет транзит газа из России в Европу. При этом агентство Reuters пишет, что российская компания «Газпром» продолжает поставки газа через Украину в Европу, что поставки газа европейским потребителям осуществляются в обычном режиме. Издание также подчеркивает, что завтра, 8 августа, из России в Европу через Украину ожидается транспортировка свыше 40 миллионов кубометров газа. Из поступающих сообщений также следует, что город Суджа в Курской области находился сегодня под массированными обстрелами. Глава города Виталий Слащев заявил, что обстановка в городе очень напряженная. Он заявил, что к нему обращаются жители города, которые спрашивают насчет эвакуации, но «Оверстка» пишет, что в Судже нет электричества, воды и связи. Кроме того, губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что в результате боевых действий пострадали мирные жители. В частности, сообщается, что в результате удара дрона по машине скорой помощи погибли водитель и фельдшер, ранен врач. Давайте послушаем, что еще сказал Смирнов. В настоящий момент обстановка на границе напряженная. Оперативный штаб переведен в круглосуточный режим. Постоянно взаимодействую с силовиками, Министерством обороны, пограничниками. На границе идут бои. Население, которое покидает приграничные районы, мы встречаем. Организована дополнительная бригада скорой помощи, выведенная на работу доктора в больнице, созданы необходимые резервы лекарств, задействованы сотрудники ДНД. Прошу не создавать панику, обращаться за помощью в администрации своих населенных пунктов, либо администрацию Курской области. Мы всем придем на помощь. Это был комментарий губернатора Курской области Алексея Смирнова. Также в российских СМИ и телеграм-каналах говорят об эвакуации жителей из приграничных районов Курской области. Российские власти сообщили, что выделяют несколько миллиардов рублей на переселение жителей. Косвенно о серьезности ситуации свидетельствует и то, что в приграничных районах медучреждения пополняют запасы донорской крови, а также то, что ситуацию прокомментировал Владимир Путин, который в привычных ему выражениях обвинил Украину, против которой Россия ведет войну, в провокации. Давайте послушаем. В Курской области, как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию.
ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. Хотел бы сказать, что по итогам разговора, моего разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области, даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. И правительство тоже. Прошу заняться этим безотлагательно. Это было высказывание Путина. А вот что на эту тему в эфире «Настоящего времени» сказал военный эксперт Юрий Федоров. Это фантастический совершенно провал российской военной разведки. Потому что, естественно, что такая операция, которую проводят вооруженные силы Украины, готовилась давно. И она хорошо подготовлена, значит, она давно готовилась, а ее не вскрыли, как принято говорить у профессионалов этих ведомств, ни спутниковая разведка, ни фронтовая разведка. Для российских властей это было просто шоком и как громом с ясного неба. Это был эксперт Юрий Федоров, который прокомментировал сложившуюся ситуацию в эфире «Настоящего времени». Как мы уже упоминали, украинская сторона события в Курской области официально пока не комментировала. Также украинские добровольческие формирования РДК и «Свобода России» об операциях в приграничных территориях ничего не сообщали. Президент Владимир Зеленский в своем выступлении также ничего не говорил прямо о Курске, но вот что он отметил. Благодарность всем нашим воинам, каждому боевому подразделению за храбрость. Действительно сильным всем, кто действительно служит Украине. Это касается и линии фронта. Покровское направление, Торецкое, Лиманское, Харьковщина. И везде, где продолжается наша защита от наступательных операций оккупанта. Важно и в дальнейшем уничтожать врага. Так же метко, как наши воины умеют. И так же стойко, как это помогает всей обороне нашей страны. И именно так эффективно, как дает результат. И чем больше будет давления на Россию, на агрессора, который принес войну в Украину, тем ближе будет мир. Справедливый мир через справедливую силу. Я благодарю всех, кто это обеспечивает. Это был президент Украины Владимир Зеленский. Генштаб ВСУ в ответ на просьбу прокомментировать происходящее под Суджей заявил украинской службе BBC, что, я цитирую, «у нас нет пока информации по этому поводу». Ну а глава областной военной администрации Сумской области Украины Владимир Артюк сообщил об эвакуации 1000 жителей с приграничной территории. Давайте послушаем, что он сказал. Есть решение, предложение и, соответственно, распоряжение. Я его только подписал перед эфиром. Оно касается введения обязательной эвакуации 23 населенных пунктов 5 общин Сумского района. В действие вступает с момента подписания. Задачи поставлены, силы и средства эвакуационные подготовлены для того, чтобы защитить и не подвергать опасности жителей этих населенных пунктов. Это примерно 6 тысяч человек, среди них 425 детей. В первую очередь задача поставлена на эвакуацию семей с детьми. Подготовлены места, где они будут проживать, наиболее безопасные, как сейчас можно найти и выделить для этой категории граждан. Это был комментарий главы областной военной администрации Сумской области Украины Владимира Артюха. Россия продолжает атаки Украины, в результате которых страдают мирные жители. В ночь на 7 августа российские войска атаковали Украину 30 беспилотниками типа «Шахет». Как сообщил глава областной киевской администрации Руслан Кравченко, в результате ночной атаки дронов ранение получил один человек, 22 жилых дома получили повреждения. Российские власти, в свою очередь, сообщают, что в Воронеже и Белгородском Шебекино в результате атаки украинских дронов повреждены жилые дома и автомобили. Данных о жертвах среди мирного населения нет. При этом белгородские телеграм-каналы, украинские телеграм-каналы и издание «Важная история» сообщают о взятых в плен россиянах, включая солдат срочной службы в ходе боев в Курской области. Что об этом известно в справке «Голос Америки». В интернете опубликовано снятое с дрона видео, на котором несколько десятков российских военных в Курской области сдаются в плен ВСУ. Блогер Сергей Стерненко утверждает, что в общем
общей сложности в плену оказались 22 российских пограничника. Видео он якобы получил от ВСУ. По данным телеграм-канала Insider UA, в плен взяты более 40 российских солдат. Эту информацию подтверждает и российский журналист Александр Невзоров. Как сообщает издание «Важные истории», видео сделано на границе России и Украины недалеко от КПП «Суджа». Журналисты предполагают, что в плен попали военнослужащие, охранявшие пункт пропуска. Среди них были и солдаты-срочники. «Важным историям» удалось подтвердить личности некоторых из них. Также украинские телеграм-каналы публикуют кадры допросов двух российских военнопленных. Российская сторона пленение своих военных пока не комментировала. Это была аналитическая справка «Голоса Америки». Подобные сообщения – это зачастую тот максимум, по которому мы можем судить о том, что происходит на фронте, но при этом сложнее всего верифицировать данные о погибших. И вот новые данные огласили BBC и Медиазона. Журналисты издания ведут поименный список погибших российских военных. Последние данные в нашей справке. Журналисты Медиазоны и русской службы BBC подтвердили гибель на войне 61 тысячи российских военных. С начала полномасштабного вторжения в Украину издания ведут поименный список погибших. В прошлый раз список обновлялся 19 июля. С тех пор за 2,5 недели число жертв в российской армии выросло более чем на 2000 человек. Это больше, чем обычно в последнее время, поясняют авторы исследования. Журналисты также отмечают, что у них образовалась очередь из нескольких тысяч некрологов, которые они еще не успели обработать. По данным исследования, больше всего жертв среди мужчин от 30 до 38 лет. В перечень попадают только те военные, о смерти которых становится известно публично. Поэтому авторы исследования предполагают, что реальных жертв среди российских военных значительно больше. Ранее издания «Медуза» и «Медиазона» приводили данные другого исследования, основанного на опубликованных в России делах о наследстве. По этим данным, к июлю Россия потеряла на войне около 120 тысяч военнослужащих. Это была аналитическая справка о новых данных о количестве российских солдат, погибших в результате российского вторжения в Украину. Журналисты, составляющие эти данные, подчеркивают, что реальный масштаб потерь, вероятнее всего, значительно больше. Это лишь данные, которые удалось верифицировать. Перейдем к международным новостям. Еще одно африканское государство, Нигер, заявило сегодня, что разрывает дипломатические отношения с Украиной, обвинив Киев, я цитирую, в поддержке террористических групп. Двумя днями ранее о подобном же решении объявило правительство Мали. Власти Нигера объявили, что будут просить Совет Безопасности ООН собраться на специальное заседание, опять же, я цитирую, посвященное обсуждению украинской агрессии. Как пишет издание «Франс 24. Нигер и Мали управляются военными правительствами, недавно пришедшими к власти насильственным путем в результате переворота. После переворота и Нигер, и Мали вышли из военных соглашений с Францией и обратились за помощью к России, которая направила ЧВК «Вагнер», ныне известный как «Африканский корпус», для поддержки установившихся там режимов. Представитель правительства Мали в воскресенье заявил, что его страна пошла на разрыв отношений с Украиной после высказывания представителя Главного управления разведки Украины Андрея Юсова, который якобы говорил, что повстанцы получили всю необходимую информацию, в которой нуждались от Главного управления разведки Украины. Особых подробностей нет, но, как мы можем понимать, речь идет о разгроме боевиков Вагнера в Мали. Об этом стало известно буквально на прошлой неделе, и стало известно, что это был самый крупный разгром боевиков Вагнера за последнее время в Африке, и некоторые эксперты полагают, что разгром может повлиять на текущую ситуацию, в частности, в Мали. Дело в том, что вагнеровцы воюют сейчас на стороне правительства Мали. На момент записи этого подкаста я не видел комментариев Украины по поводу заявления Нигера, но вот вчера глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина, я цитирую, соблюдает нормы международного права и решительно отвергает обвинения со стороны переходного правительства Мали. Кулеба также заявил, что сожалеет о поспешном решении властей Мали. Но я напомню, что ранее не только Главное управление разведки Украины, но и некоторые Z-телеграм-каналы, это телеграм-каналы, по которым можно отрывочно судить о том, что происходит в Африке, о том, что там делают вагнеровцы, российские боевики и боевики африканского
корпуса, и эти Z-телеграм-каналы действительно писали, что недавний разгром одного из подразделений ЧВК в Мали мог быть возможен из-за того, что украинские спецслужбы могли передать информацию о местоположении ЧВК повстанцам, о чем косвенно, собственно, свидетельствует комментарий Главного управления разведки Украины. А вот что на эту тему сказал исследователь Лед Сёрват, полное интервью с которым посвященная ситуация с боевиками ЧВК «Вагнера» и африканского корпуса в Африке выйдет на YouTube-канале «Голос Америки» на этой неделе. Да, мы знаем, что они продолжали стратегически использовать свои базы в Ливии. Мы видели, что довольно много ресурсов проходит через Ливию и затем направляются в другие места, в том числе в Судан, для поддержки повстанцев. Однако уровень политического насилия в Ливии очень низок. Вагнеровцы не участвуют в этом. То же касается и Судана, где роль ЧВК «Вагнер» заключается больше в обеспечении ресурсами, оборудованием, обучением. Не было зафиксировано их прямого участия в атаках. И я думаю, что один из интересных моментов, который мы можем связать с Суданом и атакой на ЧВК в Мали, это предполагаемое участие Украины. Есть видео, на которых запечатлена работа украинского спецназа в Судане и атака дронов на наемников ЧВК «Вагнер». И с атакой в Мали мы также видим некоторое утверждение, что происходил обмен разведывательной информацией с повстанцами-туарегами, что позволило им узнать точное местоположение ЧВК «Вагнер» и военных для этой атаки. Хотя трудно верифицировать это, но похоже, что существует интересная связь между одним из немногих событий прямого участия вагнеровцев в Судане и этим событием в Мали. Это был комментарий исследователя Леда Сёрвата, который заметил, что конфликт между вагнеровцами и Украиной, вероятно, вылился за пределы Европы, и действительно эксперты уже наблюдают последствия этого, в частности, в Африке. В заключении нашего подкаста мы обычно рассказываем вам о репрессиях в России, и мне удалось поговорить с одним из людей, который эти репрессии испытал на себе. Это бывший российский политзаключенный Андрей Пивоваров, который несколько дней назад был отпущен из российской тюрьмы в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и Западом. Высказывания Пивоварова о необходимости разделять Путина и российское общество вызвали резонанс и критику среди людей, в том числе и среди тех, которые противостоят Кремлю и находятся с ним на одной стороне баррикад. Давайте послушаем, что он сказал на эту тему. Я бы так сказал, что критическая реакция была, но что мне порадовало, что я получил немало очень позитивных отзывов. То есть прямо вот и личную, и в личку, и публичные посты. Очень много людей, которые назвали позицию взвешенной, назвали позицию, как бы, которая была им близка, и это было для меня очень важно. Та критика, которая была, я бы разделил бы ее на две части. Одна из них содержательная, а другая, что-то не хватало. Содержательная часть, она, наверное, ну, длительная дискуссия для нее. Я, может быть, немножко выдохну, и мы там продолжим какую-то публичную полемику, пока к ней не готов. Которая общая, то, что там какие-то вещи не были упомянуты, какие-то вещи, может быть, недостаточно акцентированы были. Я с ней просто сразу не согласен, потому что, ну, все-таки, да, эта пресс-конференция была придумана по поводу определенного события, нашему освобождению, нашей высылки. Об этом мы рассказывали. Говорить о том, что почему не подняли еще там эту тему, да потому что это было про другое. Да, потому что важно было именно отметить этот момент, момент, который произошел, событие, которое произошло, и обвинять там нас в том, что у нас есть какие-то там достаточно там антивоенные, достаточно оппозиционные взгляды. Это странно, потому что я свою позицию артикулировал, и мои друзья. Более того, как я был осужден еще до начала всех событий, задержан, они просто получили свои срока, и огромные срока, именно за антивоенную позицию. Поэтому, ну, слушайте, что делать? Демократы всегда спорят, всегда дискутируют. Меня это, честно говоря, какую-то грусть или хандру ни разу не несло. Как ты видишь свою роль в будущем российской оппозиции по отношению к людям, включая Путина, которые ответственны как за военные преступления в Украине, так и за преступления, которые они совершают в России, в частности, сажая невиновных людей за их взгляды? Ну, мне кажется, вот если мое отношение ко всему этому, то ни одно из этих дел не должно остаться без ответа. От малых дел там, да, до больших, от отжатия квартиры у какого-нибудь как бы политзаключенного до массовых каких-то жертв убийств. Да? То есть все это, мне кажется, надо документировать, я думаю, что этим уже занимаются. И в момент, когда все-таки да, мы добьемся перемен, эти
преступления должны быть оценены, и общество должно их понимать. Как сейчас, например, советская практика, сейчас, например, практика такая по телевизору, я думаю, что это не особо в социальных сетях видно, но, в общем, в новостях практически там каждую неделю мне показывали, что какой-нибудь регион признает преступление в годы оккупации там, гитлеровских войск на территории Российской Федерации, на территории СССР. И, там Вологодская область признала там действия геноцидом. То есть, как бы там Бастрыкин развлекается тем, что вот это вот проводит уголовные дела в 80-летней давности. Как бы идея глупая, но как пример, что по всем этим процедурам, да, были вынесены решения, которые сейчас происходят, от малых до больших, и было понятно конкретно преступление и Путина, и его окружения. Это очень важно. А свою роль я вижу в том, чтобы разговаривать с российским обществом, предлагать пути решения и бороться с тем нарративом, который есть. Вот мы вначале обсудили, что есть нарратив, что да, зря начали, уже есть осуждение того, что начали, но боязнь того, что если прекратить, то будет хуже. Вот важно доказать людям, что чем раньше прекратится, тем лучше. Что чем дальше мы падаем в эту бездну, тем хуже, тем сложнее потом будет выгребать, и тем больше жертв это приносит. Вот если мы сможем... Если помнишь, вначале был нарратив, что это будет маленькая как бы долстая война, что все будет хорошо... Это уже не продается, это нужно было. Никто не верит там, ни в денацификацию, ни в чью-то чушь. Да? Уже в обществе, даже среди сторонников, есть понимание, что начали зря. Сейчас пытаются сделать так, чтобы страх того, что мы прекратим, будет в обществе присутствовать, условно говоря. Вот если дальше поддавать эту мысль, надо донести до того, чтобы чем раньше прекратиться, тем лучше. Делать для этого все возможно. Хотел бы ты увидеть Путина и людей, которые отдавали приказы о начале войны, об обстрелах украинских городов на скамье подсудимых? Конечно. Громких слов многом слышим, да, но принципиально есть, что Россия, в которую я верю, которая светлая, демократическая, в ней должен быть справедливый суд, и справедливый суд должен вынести решение. Не потому, что кто-то пришел к власти новый и решил всех покарать, а на основании законов, на основании процедур, мы должны дать оценку тому, что происходит. Это вот было бы крайне важно, и я думаю, что часть людей, тех, кто принимал эти решения, я думаю, что Карелия с радостью встретит этих людей. Там, я думаю, что смогут оценить все эти прелести, которые пережил я. Карелия, Омск, конечно, где Владимир Карманов задержался, Красноярск, это вот те там, наиболее жесткие колонии, которые есть. Я думаю, что эти люди могут провести там отлично остаток дней. Это был бывший российский политзаключенный Андрей Пивоваров. Полная версия интервью с Пивоваровым будет доступна в ближайшее время на YouTube и других цифровых платформах «Голос Америки». А наш сегодняшний выпуск на этом заканчивается. Провел его для вас Алексей Горбачев. Я, как всегда, призываю вас подписаться на наш подкаст в Apple подкастах и порекомендовать его друзьям. Нас также можно слушать на сайте «Голос Америки» в приложении «Эхо». Очень просто нас также слушать в Телеграме и на Ютьюбе. Благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска, в частности, звукорежиссера Александра Зимуху, и прощаюсь с вами до завтра. До свидания.